Доброго времени суток! 28 февраля 2018 года мобильный оператор Мегафон обновил тарифный план «Переходи на 0», а старый отправил в архив под названием «Переходи на 0.02.18». Как думаете, сильно ли улучшились параметры тарифа «Переходи на 0» по сравнению с предыдущей версией? Давайте узнаем! Рассмотрим параметры нового тарифного плана и сравним их с параметрами старого тарифа на примере Москвы и области. Звонки на номера Мегафона домашнего региона безлимитно за 6 рублей. Ранее первая минута обходилась в 1 рубль и 30 копеек, а остальные предоставлялись бесплатно. Получается, что новый тариф выгоднее только в том случае, если вы звоните на Мегафон 5 раз в сутки или чаще. Если же вы звоните на номера Мегафон примерно один раз в день, то исходящие вызовы для вас подорожали более чем в 4,5 раза. Исходящие вызовы на городские номера и номера других операторов якобы стали дешевле – 1 рубль и 20 копеек за минуту вместо 2,5 рублей за минуту. Но при этом тарификация осуществляется пакетно. Подключаются пакеты по 5 минут за 6 рублей. Это означает, что если вы проговорите всего одну минуту, то с вас все равно спишут 6 рублей. Вы, конечно же, можете договорить оставшиеся минуты в эти сутки, но тем не менее, попахивает повышением цены. Кстати, попробуйте объяснить эту схему человеку в возрасте про пакеты в 5 минут за 6 рублей, которые автоматически подключаются 6 раз в сутки. Если же эти 6 пакетов в сутки у вас закончатся, то звонки на номера домашнего региона будут стоить не 1 рубль и 20 копеек, а 2 рубля. Мягко говоря, устроил Мегафон тот еще геморрой. Мобильный интернет 100 мегабайт за 20 рублей. Вроде бы нормально, так как тариф по сути не рассчитан на активное пользование мобильным интернетом. Ранее было 9 рублей 90 копеек за 1 мегабайт. Междугородние звонки на номера Мегафона подорожали с 3 рублей до 5 за 1 минуту. На другие мобильные и городские номера России цена осталась прежней. СМС на номера домашнего региона подешевели на 10 копеек. Цена составит 1 рубль 90 копеек. А СМС на номера России подорожали на эти же 10 копеек. Теперь цена СМС составляет 3 рубля 90 копеек. Как и ожидалось, мобильные операторы начинают покрывать свои потенциальные потери от отмены роуминга. Правда, роуминг не отменили, а лишь несколько снизили стоимость услуг связи. Зато на тарифном плане «Переходи на 0» отыгрались в полном объеме. Тариф, который предназначен для звонков на номера Мегафон, может похвастаться лишь подорожанием. Просто посчитайте, если вы звонили только на номера Мегафон каждый день один раз, то на старом тарифе вам это обходилось бы 39 рублей за 30 дней, а на новом тарифном плане это будет стоить уже 180 рублей за 30 дней. А что думаете вы о новом тарифном плане? Пишите в комментариях.